Я познакомился с деятельностью семинара по живому камню не так давно и испытал к нему большую нежность и интерес. Хотя я не принадлежу к тому цеху замечательных ученых, которые я вижу сейчас, которых я вижу перед собой. Я не филолог, не историк, не лингвист, я архитектор. И опыт жизни начался у меня с детства, отрочества и юности в Санкт-Петербурге, где вода и камень образуют лейтмотивы всего этого города. Течет большая река Нева, и рядом текут бесконечные гранитные набережные. Есть там и три отдельных камня. Александровская колонна, Гром-камень и два сфинкса. Александровская колонна воды не видит, Гром-камень смотрит на воду, а сфинксы стоят у воды, но на воду не смотрят. Как теперь выясняется, потому что они намного старше Невы, примерно на 1000 лет. Были сделаны тогда, когда реки Невы еще не существовало. Может быть, этим можно объяснить их такое презрительное отношение к Неве, как к чему-то чрезмерно молодому и несерьезному. Так вот, если отойти от этих жизненных впечатлений первых лет, то я по профессии я архитектор. И интересуюсь архитектурой, ее теорией, ее поэтикой. Ну и последние два слова о том, как будет идти мой доклад. Вообще, такие доклады буду говорить я, на автодорогах обычно вешают знак. Дальше пойдет плохая дорога, значит, такие булыжники. Публику может не потрясти, но растрясти на этот доклад. И еще замечательное выражение Витгенштейна, который говорил о том, обо всем, что можно сказать, можно сказать просто, а о том, чем нельзя сказать просто, о том следует молчать. Когда я вспомнил эту замечательную мысль Витгенштейна, я подумал, не стоит ли мне просто промолчать. Сам он, между прочим, пользовался этим принципом практически. Он во время своих лекций замолкал минут на 20. И люди, знавшие его систему, не уходили, он запрещал уходить из зала, но они понимали, что это молчание есть процесс его мышления. Вот это, может быть, самое замечательное во всей его лекции – это быть свидетелем его долгого молчания. Недавно я прочел одну тоже фразу замечательного поэта Бертольда Брехта из такого иронического романа якобы о коммунистах под видом китайцев, там Мети сказал: «По городу пронесся слух, что я прочел доклад, полный одних лишь глупостей. Самое страшное в том, что это действительно так и было». После этого я рискну начать по ходу дела. Значит, я задаю себе вопрос, что такое вода и камень? Обычно мы этот вопрос не задаем, когда приступаем к исследованию исторических символических значений вода и камень. Но к какой категории отнести эти два слова? Я считаю, что их нужно отнести к категории субстанции. Само слово «субстанция» не ново. Но в наше время, наше, то есть, значит, последние 3000 лет, оно претерпело значительные изменения. В античности субстанцию еще Аристотель понимал и как вещество, и как сущность. Алхимики, называя субстанцию эссенцией, изобретали квинтэссенцию, пятую эссенцию, то есть пятую после четырех эмпедокловых эссенций, которые у эмпедокла были земля, вода, воздух и огонь. Эта самая пятая эссенция, по их мнению, должна была получать золото из простых металлов. Наконец, в начале 20 века Гуссерл, Бергсон, Шпенглер и Ницше призвали к обновлению представлений о мире. В эпоху, когда представления о мире в точных науках быстро совершенствовались и развивались, и категория стихии, к которой мы относим к высказываниям Эмпедокла, стала называться элементом, элементами, слово, как я недавно узнал, совершенно искусственное и связано с буквами LMN, которые в латинском алфавите идут подряд. Ничего особенно таинственного в нем нет. Но эти элементы обозначали те мельчайшие строительные кирпичи, из которых создан физический мир. У Эмпедокла эти элементы – земля, вода, огонь и воздух, а теперь это кварки и фотоны.
Ни кварков, ни фотонов видеть мы не можем, ибо они меньше ядра атома. Что происходит в таком масштабе, где меньше ядра атома, зрению делать нечего, потому что зрение воспринимает световые лучи. Кварки и фотоны к световым лучам уже не относятся. Потоки фотонов составляют свет, но сами фотоны никому не видны. И вот, значит, за последние 100 лет эта картина, естественная картина мира, обогащенная идеей Большого Взрыва, уничтожившая, внушавшаяся нам в школе миф о вечности и бесконечности Вселенной, сделала гигантский рывок вперед. Но в то же время появилось представление о том, что помимо естественного научного мира есть еще жизненный мир. И вот в жизненном мире этого гигантского рывка вперед не произошло, хотя наука гуманитарная, культура, история культуры, лингвистика приложили гигантское количество сил и талантов к тому, чтобы такое представление о жизненном мире составить. И меня стал интересовать вопрос, почему же не удалось построить представление о жизненном мире. Одной из идей, почему это так произошло, мне показалась идея того, что во времена Великой Французской революции мир стали строить без Бога. Как говорил Лаплас Ньютону, в гипотезе Бога он не нуждается. И действительно, естественные науки все свои достижения осуществили без идеи Бога. Спрашивается, может ли и гуманитарная наука, и социальная наука обойтись без идеи Бога? До сих пор считается, что может. Первым эту идею высказали материалисты. Кстати говоря, один из авторов понимания субстанции Спиноза, который понимал субстанцию и как вещество, и как принцип или существо, сущность этого вещества, считается прародителем идеи субстанции, которую приняли на вооружение материалисты, и ей восхищался, например, очень Выгодский. Так вот, до сегодняшнего дня неизвестно, может ли быть построен жизненный мир рядом с естественным миром без разработки концепции субстанции. А концепция субстанции, если теперь брать эстафету Вячеслава Всеволодовича, это есть как раз антропоморфизация или очеловечивание стихий. Очень интересно происходит дело со стихиями. Стихии немножко похожи на субстанцию. Они такие же бурные, неопределенные, ветреные, жгучие. Но они совершенно не подчиняются человеку. Стихии – это то, что человеку не подчиняется. А вот субстанции сливаются с человеком настолько, что понять, кто чему там подчиняется, очень трудно. В человеческом мире субстанции стали и тем, что несет угрозу жизни, и тем, что несет спасение, как это некогда делали стихии. Нынешние стихии, эти кварки, элементы, атомы, субатомы, они несут эту угрозу уже в очень конкретном выражении, в том, что мир схлопнется через 5-6 миллиардов лет, и все закончится вместе с идеей исторического оптимизма. Но разработки идеи субстанции почти никто не занимается. И поэтому я хотел главным темой своего короткого и нелепого сообщения сделать эту самую идею субстанции, которую я, конечно, не построю, но на которую я хотел обратить внимание. И главное для меня в идее субстанции – это взаимопроникновение внутреннего и внешнего. Я нахожу, что взаимопроникновение внутреннего и внешнего есть онтологическая сердцевина антропоморфизации. Вот возьмемте того же Эмпедокла и античность. Я вдруг почувствовал, я думаю, что вы согласитесь со мной, что в античности существовала идея отчуждения, которую проповедовал Маркс. Но Маркс проповедовал идею отчуждения от производственных процессов и экономической реальности, а в античности вся природа была отчуждена. Природа была чужой. И благодаря этой чуждости природы глядели на нее греки такими глазами, которых у нас уже нет. Они замечательно видели природу именно потому, что она была чужой. И храмы, в которых жили боги, были чужими для них домами. Средние века сделали храмы своими домами. Люди поселились в одних домах с богами. Произошло взаимопроникновение внутреннего и внешнего. А в новое время психологизация и феноменологизация наших представлений
двинула эту метаморфозу еще дальше. И получилось так, что теперь для нас не внешнее чужое, а внутреннее нам. Внутри нас есть нечто более чужое, чем вовне. С внешней природой мы как-то технически справляемся, но справиться с внутренней природой нам становится все труднее и труднее. А ведь это отчуждение, как дистанцирование ученых, скажем, от своего предмета, совершенно очевидно. Ну, Хокинг, он рассуждает о своих кварках, но он далек от них, как от Луны и других галактик. Где они? Где? Их никто не видел, их никто никогда не видит и не увидит никогда. Более того, была обнаружена масса во Вселенной вещей, которые невозможно увидеть и познать. Вот это отчуждение, дистанцирование, чем оно компенсировалось? Оно в общих словах компенсировалось техникой. А техникой первой была практика. Какая практика? Ритуальная практика. Поэтому ритуальная практика, культовая практика была первым техническим средством преодоления дистанции между чужой природой и человеческой жизнью. А сегодня произошло очень интересное явление. Действительно, наука через технику приближает нас к этим атомам, кваркам, к атомной бомбе. Мы начинаем их чувствовать как жителями собственного дома. Но, как бы это лучше сказать, но это техническое приближение не носит сегодня ритуального характера. Хотя обожествление техники сплошь и рядом есть. Например, угрожающий взрыв атомной бомбы вполне подобен гневу Зевса. Или тайная, потому что невидимая жизнь бактерий и атомов, такая же злая сила, которая когда-то существовала в античности. Но тем не менее, гуманитарная наука, как мне кажется, до сих пор не пришла к тому, на что ее наталкивал Гуссерл и Бергсон. Она не построила онтологической системы жизненного мира. Тот семинар, который ведется в Институте мировой культуры и который занимается такими изысканными сюжетами, как «Вода и камень», мне кажется, микроструктурами, фильтрующими и полирующими некоторые мельчайшие корпускулы этого строительства. Мне кажется, что из этого это строительство может вырасти. Но оно не растет сейчас потому, что вообще строительство этого жизненного мира выпало почему-то из внимания человечество. Сейчас функция этих институтов – это наука. Все живет под покровом науки. И смыслы, которые обнаруживают археологи и ученые, они относятся не к элементам нашего жизненного мира, а к научным знаниям. Не будь науки, эти смыслы потеряли бы паспорта и право и вид на жительство. Когда нам сегодня рассказывают о том, как воспринимается камень человеком, мы слушаем это без подозрений в экстремизме и терроризме, только потому, что речь идет от лица ученых. Им разрешено, но в определенном масштабе. Как только этот масштаб меняется, запреты начинают действовать очень сильно. А складывались эти запреты достаточно стихийно, никто их специально нормативно не вводил. Например, камень исследовать можно, воду тоже. А вот можно ли также точно исследовать одиночество, лень, тоску, скуку, ненависть, жажду? А это тоже субстанциальные основания жизненного мира. Они не предметны, не материальны, но они конструктивны. И они могли бы войти в эту конструкцию жизненного мира, без которого происходит следующее, без которого, я это буду потом уже кончать, культовые практики проникают туда, где им быть не положено. В личности вождей, партийную идеологию, модную одежду, новые модели холодильников и так далее. Все это заражается культовыми традициями. Причем это заражение культовой схематикой практики показывает, что культы сами по себе не зависят от своего содержания. Можно поклоняться Богу воды и огня, можно поклоняться нейлоновым чулкам, туфлям на высоком каблуке, квартирам с лоджиями, чему угодно. Потому что культовая практика оказывается
особым видом практики, которая работает со смыслами, не рефлексируя их. Вот нерефлексивное обращение со смыслами – это есть культовая практика. Рефлексивное обращение со смыслами, изучающее их появление, судьбу, категориальный статус, масштаб распространения – это уже наука или критика. А сама культовая практика есть просто воспроизведение смыслов. Я как архитектор замечаю, что в современной архитектуре дефицит воспроизводства этих смыслов достиг такой огромной величины, что архитектура стала мертвой. Архитектуру все время толкают в объятия науки, говорят, пусть ученые скажут, что надо делать. Но ученые не могут этого сказать, потому что это функция культуры и субстанциальных аспектов нашей жизни. У меня нет времени на все детали, но я скажу вам хотя бы одно. Пытаясь понять смысл субстанции, я пришел к такой парадигме, которая мне в голову пришла при разглядывании живописи Антуана Вато. Парадигма из четырех частей – пятно, фигура, предмет и понятие. Пятно – это нечто, не имеющее ясных границ, расплывчатое. Фигура – это то, что имеет пятно, которое имеет границы. Предмет или вещь – это то, что имеет трехмерные ограничения в виде поверхностей. И понятие – есть слово, которое называет этот предмет. Когда я разглядываю живопись Вато, я заметил, что мое созерцание живописи все время совершает кругооборот по этим понятиям. Я смотрю сначала на предмет, потом вижу в нем фигуру, фигура превращается в красивое пятно, потом снова возвращается в предмет, предмет приобретает имя, имя мне надоедает, я снова смотрю пятно. И так я, мой процесс созерцания похож на какой-то круговорот воды в природе, он мигрирует между этими категориями. Небо является одним из реальных произведений от пятна. И тема неба, например, не менее актуальна была бы в этом семинаре, как и воды и камня. Тем более, что небо интересно тем, что оно отчасти генетически связано с камнем, с твердью, а отчасти, конечно, с атмосферическими явлениями. Ну, я не буду останавливаться на том, что вообще-то многим известно о том, какие перипетии возникли с этими категориями в момент авангарда. Хотя это очень интересно, потому что Вячеслав Всеволодович – один из немногих людей, который интересуется хетами столько же, сколько и Малевичем. А Малевич – это своего рода хет, даже более древний хет, чем сами хетты. Потому что Малевич пытался внести в субстанциальную картину жизненного мира такие вещи, проткнуть там небо, уничтожить солнце, на которое хетты бы не подвигнулись. Это очень интересно. В 1913 году Малевич, Матюшин, Крученых и Маяковский ставили пьесу «Победа над Солнцем» в Петербурге. Что значило «Победа над Солнцем», трудно понять. Ну, сам Маяковский потом написал стихотворение, в котором принял Солнце в качестве приятеля на даче, а потом покончил с собой, тем самым перестал видеть это Солнце. В одном из стихотворений он почему-то выразил ревность к Копернику, как мужу Марии Ивановны, хотя Коперник был монахом, и ревновать его к Марии Ивановне не было никаких оснований, но поскольку Коперник как-то был связан с Солнцем и с Землей, то он почему-то, так сказать, очевидно, чувствовал непосредственную потребность в субстанциальном вторжении в жизненный мир. Это инфантильная история русского особенности, но вообще европейского авангарда, она составляет предмет совершенно особых изысканий, если у вас будет охота и время, когда-нибудь об этом можно поговорить, потому что этот опыт не удался. Хотя что-то, они были все гениальными людьми, это делает их жизнь до сих пор для нас интересной, но опыт их провалился. И, скажем, субстанции беспредметные. Вот очень интересно, они состоят из гибридности, но сами субстанции беспредметны. И интерес авангарда к беспредметничеству очень показательный, но как он развивался сначала к фигурам, к геометрическим фигурам, потом к пятнам, а потом к так называемому во Франции развивался такой ар-информель, который вообще какие-то непонятные полусредовые, полусновиденческие, какие-то тени тела. Перехожу к заключению, так время мое кончается. Я в этой статье хотел сказать о том, что нынешнему конструктивному отношению к жизненному миру является почему-то
унаследованная фобия к культовым практикам. Культовые практики необходимы для нормального интеллектуального развития человека. Прежде всего, как консервирующие смыслы вне рефлексивного соуса. Под рефлексивным соусом смыслы живут недолго, они преобразуются. А быть холодильником, быть камерой удержания смыслов может только культовая практика. Другой культовой практикой является абсолютная рефлексия, где нет ничего устойчивого, где все смыслы меняются. И до сих пор идет после Спинозы вот борьба между имманентистами и трансценденталистами, которые никак не могут сделать выбор между культом абсолютного релятивизма и рефлексии и культом полной нерефлексивности, признания и принятия жизненных смыслов. Последнее я хочу вам сказать, что из беспредметности субстанции – это идея аноморфозы. Я только что приехал из Риги, где на выставке был, и там есть такая была инсталляция. В белой комнате висели какие-то сделанные из черной пластмассы такие вертикальные какие-то штуки. Ничего нельзя было понять. Но на полу было нарисовано место с глазом. И если встать на это место, то сразу эти черные штучки превращались в имя Райниса и его жены Аспазии. То же самое сделал в свое время Гальбейн на знаменитой картине «Послы» в Лондонской национальной галерее. Там два натурально изображенных человека, а на полу перед ними лежит неизвестно что, не то клок сена, не то какие-то волосы. Но если встать в определенной точке пола, которая тоже в Национальной галерее отмечена, то видно, что это череп. Точка зрения оказывается в культовой практике способностью соединить хаотическое субстанциальное брожение в некоторый предмет или в некоторое слово. И последнее, что я хочу сказать, я не успею об этом больше говорить, мое время исчерпано, это о том, что в субстанциях действует принцип резонанса, который не действует в корпускулярной физике. И даже в химии. Но тем не менее в волновых средах, в жидкостях, в газах, в волновых полях он действует. И тот человек, который может считаться одним из реальных, практических строителей этого жизненного мира был, конечно, отец Павел Флоренский, который занимался и физикой, и археологией, и всем прочим. И самое последнее. Итак, я считаю, что предметным смыслом нового культа должна быть Земля как целое, как организм и как бесконечное многообразие ландшафтов. Я думаю, что только Земля в целом сейчас становится предметом, которое, как прежние стихии, несет в себе обещание жизни или угрозу смерти человечества. В этом своем качестве оно вполне сопоставимо с Богом. И другой предмет, который, мне кажется, тоже пока еще не созрел для культовых практик, это мозг, который сейчас появляется постепенно на горизонте и скоро, может быть, заслонит собою всю земную поверхность. Настолько он сложен, необъясним пока что, таинственен, невидим и значим для наших судеб. А категории судьбы и есть то темпоральное развитие субстанции, которое осуществляет практический культ. И последнее слово, больше ничего не скажу. Практика – это не критерий истины, это сама истина. Спасибо большое. Вопрос Олега. Я литературовед. Я не буду говорить о высоких широких глубинах. Просто из привычки к лаконизму формулировал точную схему, я хочу уточнить, что у Муховского Коперника, Марии Ивановны, Мулы не имеет никакого отношения. Цитирую. «Любить – это с простыми бессонницы рваных срываться, ревнуя к Коперника, его, а не мужа Марии Ивановны, считая своим соперником». Но почему? Почему соперником Маяковского стал вдруг Коперник? Я же об этом и говорил. Почему? Нет, именно об этом я и говорил. Ну, вы тогда объясните, пожалуйста. Да, вы понимаете, почему Маяковский ревнует к Копернику? Вопрос. Маяковский утверждает в этом стихотворении, что он ревнует к Копернику, а не к мужу Марии Ивановне. Причем тут Мария Ивановна, Коперник, сам Маяковский? А только потому, что Коперник сделал в деле миростроения такой шаг,
который пытался сделать авангард, строить новый жизненный мир. И он ревновал к Копернику, хотя Коперник этого, может быть, и не хотел, это у него получилось, желая оспорить что-нибудь в традиционном смысле слова «мир». Это у авангарда не получилось. Маяковский бедняк застрелился, муж Марьи Ивановны живет и здравствует, как и сама Марья Ивановна. Да и Коперник тут ни при чем. Это просто одна из иллюзий авангардистского инфантилизма. Вот почему я привел эту цитату.